Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас в студии Левистона китайская. То есть это пальма, род пальмовых, многолетних. Очень красивая. Я захотел ее приобрести именно за ее коротких листьев в виде веера, которые достигают до метра, полметра, метр. То есть такие огромные листья. Растет она очень медленно, вплоть до того, что там по 3 листочка в год. Вот. Но в дикой природе вырастает до 25 метров, а так она в среднем 2 метра растет. Вот. Это очищенная слива. Вот в центре, если видите, это получается, я называю, скажем так, пупок семечки. Вот он, здесь такая интересная дырочка запечатанная. Сейчас ее, не знаю, не видно. Вот, вот в самом центре. Она когда размокает, здесь как пупок. Я всковырнул одну, и там показана живая семечка. Это очень интересно. Обычно семечки где-то в центре открываются, либо сбоку, если там какие-то на две части делятся, как кофе. А здесь в центре такой пупок. Опять же, замачивал марганцовочки на суточки, а пришли вот в такой вот кожуре. Очень красивая, произрастают в Азии. Это называется китайская за счет того, что у нее такие обвисшие, повисшие, скажем, на конце, как шнурочки левистона. А так их очень много тоже видов. Очень красивые, рекомендую всем. Вот, буду сажать уже. Я в одной сковырнул этот пупок, тоже ее посадил, посмотрим как. Я думаю, что надо сажать именно вот этой, скажем, пупком вверх. Вот, опять же, слегка землей, слегка я большинство семян чуть ли не наружу оставляю, дабы за ними наблюдать, иногда раскапываю просто от интереса. Вот, и все растет, все живет, сильно никого не зарываю. Так что такие вот дела. Выращивайте. Вот еще раз название, все семена по ссылочке буду сбрасывать. Все, всем спасибо, до свидания.